году солнце. Это просто мечта любого. От Милана, и вы в такой красоте, в княжестве Монако. Я думаю, это стоило этого, чтобы встать в 5 утра и приехать сюда. Пешеходу дорогу. Здесь практически нет светофоров. Тебя всегда пропустят вперед, так что за это не нужно переживать. Традиций. Но я сегодня пришла в итальянский ресторан и заказала рыбу, потому что я нахожусь сейчас в порту и на берегу Средиземного моря. И что же здесь надо кушать? Конечно же, рыбку. Сейчас мы начнем ее пробовать. Очень вкусно. Монако 300 солнечных дней в году. Здесь всегда солнце. Посмотрите, как прекрасно. Крошечный город-государство принято считать синонимом роскошной жизни. Многие десятилетия состоятельные люди со всего света приезжают в Монако на уикенд, чтобы проигрывать состояние в казино, разъезжать на лазурном берегу в кабриолете и запивать блюда мишленовских поваров коллекционным шампанским. Дорогие друзья, Монако, безусловно, солнечный, красивейший город. Вы знаете, сегодня произошла со мной такая ситуация, но это было со мной впервые на самом деле. Мы зашли со своими подругами попить кофе, и я пошла рассчитываться на кассу, дала свою кредитную карточку. У меня счет был на 9,5 евро, это за 3 кофе. Я дала свою карточку, и кассир попросил меня еще раз дважды ввести пин-код. Я ни о чем не думала и ввела дважды пин-код. То есть тем самым я подтвердила, что я даю согласие на снятие денег. Я немножко волнуюсь, потому что я сейчас перевозбуждена. Вот. И вы знаете, что вместо 9,5 евро с меня сняли 95. Это за 3 чашечки кофе. И потом я уже узнала, что, оказывается, тут делают такие трюки. Пожалуйста, внимательно проверяйте, когда вам дают чек, за который вы вводите пин-код. Обязательно проверяйте, потому что можно попить кофе, 3 кружки кофе за 95 евро. Начинает цвести жасмин. Представляете, а сегодня 25 февраля. Друзья, это просто восхитительно. Здесь такие прекрасные виды. Весь город как на ладони. Здесь приходит смена караула каждый день в 11:55 утра.
Солнце, я прям загораю в феврале, Княжество Монако расположено всего на территории 2 квадратных километра. И население здесь чуть больше 35 тысяч. Представляете, вот такие виды, такая красота, все очень компактно. Очень много туристов. И самое главное, здесь есть казино, и скоро мы туда отправимся. Чтобы посетить Монако, не обязательно быть баловнем судьбы. Эта страна еще и настоящая сокровищница старинных архитектурных и культурных памятников. Кроме того, туристов Монако ждут великолепные песчаные пляжи, прогулки по бесчисленному количеству садов и парков княжества, прекрасно оборудованные теннисные корты, гольф и яхт-клубы. Откройте для себя историю рода Гримальди, прогулявшись пешком от старого города до казино. Как раз сейчас мы туда и направляемся. Не отключайтесь, будет очень интересно. Пройдясь по центру Монако пешком, меня на каждом углу ждал восторг и изумление. Я открыла для себя настоящую историю рода Гримальди, прогулявшись по старым улочкам к настоящему музею под открытым небом. Оказавшись на площади казино, я буквально ошеломлена видом шедевра великого архитектора Шарля Гарнье. Буквально через полчаса я возвращаюсь в Милан. Я надеюсь, что вам было сегодня интересно, поэтому я жду от вас комментарии, лайки, пишите, задавайте вопросы. Как всегда, с вами была Елена Акинфеева. Я вас целую и обнимаю.